супруг говорит, ты должна дать мне благословение. То есть я ему говорю удачи, и он спокойно участвует везде. И я его жду на финише, я его подбадриваю. Супруга мой постоянный и верный болельщик. У нас в семье все спортсмены. Не умел даже плавать, зять меня плавать научил. Я расчехлил свой велосипед, купил новые кроссовки и с зимы уже начал бегать. Велосипед пен, алпыс катулға дангейн, куштым. Вечером делать нечего, огород палит. Он говорит, мне нужен велосипед. Богдан немерем екеуміз велосипед пен, әлсін-әлсін жолға шығып, дене шынықтыру үшін, демалу үшін, уақытымыз соған бөліп, жүріп қайтамыз. Готовлюсь, бегаю каждый день, ну, либо через день. Его дочь нам в этом году заявила, что она тоже хочет попробовать уже в марафоне себя, начать бегать. Ну, я теннисом занимаюсь. Мама просто болеет. Я получаю это наслаждение, мне нравится. Ну, мне кажется, в этом заключается какое-то счастье, единство. Мы празднуем и русские, и казахские, и китайские праздники, чтобы никто не обижался. И дети такие счастливы, потому что они получают подарки несколько раз. То есть для них Новый год нескончаемый. Но я уже догадываюсь, что Дед Мороз – это мама. Потом провожаем вот этот китайский Новый год, после этого елку убираем. Когда Пасха, тоже дети все садятся, им интересно яичко красить. Бывает, что мы одеваемся под разные национальные костюмы, потому что Наурус – это как бы праздник всех народов. И бабушка готовит борсаки. Если мы сейчас будем прививать это детям, дети уже будут прививать своим детям. Значит, можно сказать, не зря мы прожили, да? Мы оставили какую-то традицию, какую-то нить. Менон бала девай там. Узым баламдай көрем, жақсы көрем, бауырма басқандай ол Богдан. А немере София, Айлина, Ляйсан, любимчик они мои. Я хорошист, у меня не все четверки, но по некоторым предметам есть и пятерки. Всегда на каникулах скучаю по одноклассникам и по учителю. А по домашнему заданию, конечно, не очень. Аталар өзінің немерелеріне қатал, түсініксіз ұрысу деген аталарда өзінің немерелеріне болмайды. Я добрая. Иногда была злая, когда мне все достают. Еще я вежливая. В общем-то, я хорошая. Мы детям все позволяем, чтобы они были счастливы. Надо находить время, находить себе силы для того, чтобы как бы абстрагироваться от этой рутины и наслаждаться жизнью. В субботу или воскресенье, допустим, бросить все дела и просто насладиться семьей. Если каждый человек понимает в семье друг друга, вот это и есть секрет самого семьи. Например, вы с сестрой перешепчиваетесь, а мама, может быть, этого не знает. Мама похожа на сосулечку кисленькую, потому что я их люблю очень. И папа тоже похож на мармеладочки. Я их тоже люблю. Чтобы быть счастливой семьей, нужно просто и быть. Мне кажется, если мы будем поддерживать своих детей и всегда будем рядом, то вот это и есть сила сплоченности, вот это и есть семья.